Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам мужские эспадрильи французского бренда Tendance. Верх модели сделан из натуральной замши из кожи теленка, мягкого и эластичного материала. Он хорошо пропускает воздух и быстро садится по ноге. В обуви будет комфортно с первых дней. Декор в виде полоски с прорезью делает пару похожей на лоферы. Подкладки нет, модель легкая и мягкая. Вы не ощутите ее на ногах. Стелька из натуральной кожи позволит ногам дышать и меньше потеть. Подошва сделана из натурального каучука, гибкого и эластичного. Он уменьшает нагрузку на позвоночник, смягчает удары и давление. Подошва обтянута джутом, натуральным растительным материалом. Благодаря литейному способу соединения обувь получается прочной, подошва не отклеится. Она амортизирует, в паре будет комфортно в течение всего дня. Эти эспадрильи относятся к стилю casual. Они будут прекрасно смотреться с джинсами, шортами и оверсайз рубашками. Их также можно сочетать с легким льняным костюмом. Получится расслабленный городской образ на каждый день. Модель представлена в нескольких оттенках природной гаммы. Коричневых, серых, синих и зеленых. Насладитесь качеством с вашими новыми эспадрильями Tendance.